Итак, дорогие друзья, я приветствую вас в игре Beat Saber. Выбираю уровень Hard, но, честно признаться, я новичок. Попробуем и разминать свои ручки, параллельно делать зарядку. Это будет новый уровень, новый скилл для меня, поэтому попробуем. Поехали. Напоминаю, что я новичок. Разминаем голову пока что. Уже пропустила, но ничего страшного. Так. И параллельно ручками крутим. Все-таки это у нас зарядка, а не просто игра. Так, локтевой сустав разменяем. Ручки. Оп, 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 оп. Давай еще честно признаться, уровень уже достаточно сложный. Но я попытаюсь размять голеностоп. Так, так, так. Я надеюсь, что у меня хорошо получается, потому что, честно признаться, уровень хард для меня сложноватый, но ничего. Вниз, оп, оп, вправо-лево, вниз, опа, оп. Ручками, ручками, ножками. Так, вниз, нагнулись, ручкой, 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 ручкой. Сейчас будем разминать таз параллельно. Ручки. Оп, 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 оп. Напоминаю, что это зарядка. А не хухры-мухры вам. Уровень хард. Товарищи, если вы хотите тоже побалдеть с нами в VR, поэтому приходите к нам в Центр опережающей профессиональной подготовки. Я думаю, что вам будет точно интересно. Вниз. Так, и держим равновесие. Уровень хард усложняется. Ножкой. Ножкой. Оп. Еще равновесие. Отлично получается. Так. Сейчас будет у нас приседание. Не знаю, как я буду это делать. Ускорение, ускорение. Просто все рубим. Это финал, товарищи, финал нашей зарядки. Поэтому мы предлагаем максимум усилий. Включаем тайбо. Отлично, отлично получилось. Ну что, ребят, мы с вами размялись. У нас была классная зарядка. Я уверена, что, может быть, кто-то из вас не совсем размялся, поэтому сделаем базовые упражнения. Вот так немножко головушкой нашу покрутим хорошенькой. Настроимся на классный интерактивный день, посвященный веб-дизайну и веб-разработке. Ручками покрутим в обратную сторону, локтевым суставом с контроллером вместе. Ой, как здорово. Так, разомнем наш таз, ножечки, ножечки. Присядем один раз, я считаю, что это вполне достаточно для классного продуктивного дня. И я жду вас на наших эфирах прямых. Всем пока!